Привет, с вами Родион, и мы продолжаем играть Майнкрафт. Да, будем играть за пробуждение моей сестры. Пробуждение моей сестры, сестры Сони. Буду стараться, чтобы ее не слышать. Я срубила это дерево, о котором мы говорили. Как вы видите, у меня почти стак. Давайте... Так, я не знаю. 33 дерева переработки. Все. Мы теперь можем, так, пойти поискать себе место для домика. Как я помню, я не играл давно. Ну, не так давно. Ну, уже пошли контрольные за четверть. Четвертные оценки уже скоро будут выставляться. Я не всегда могу играть. Ну, из-за этого там всякого карма. Так, ладно. Ну, я и буду стараться. Я не так много времени с играми. Хоть не очень. Так, мне, походу, сейчас друг позвонит. Опять. Только это уже другой. Если честно, я не ожидал, что мне будут кто-то звонить. Ау. Ау. Ну ладно. Ай-яй-яй, ау. Так, может быть, тут можно построить, смотрите. Рядышком джунгли. Песка. Песка нету. О, овцы даже есть. Так, а у нас песка нету. У нас есть тени? Блин, у меня лагает. Ладно, я нажму на паузу, поищу где-нибудь подходящее место, где есть типа, рядышком песок, и вернусь. Так, я нашел место. Думаю, буду проживать тут. Ну, вот такое местечко. Тут вода, глина, песок. Ой, блин, песок. Извините, песок. Джунгли. Ну, все есть. Ну, не все. Ну, есть. Так. О, корочки. Значит, ферма куриц будет. Нам понадобится гравий. Для гравий, скажете, для чего гравий нужен? Ну, зачем он, да? И он нам нужен для стрел. Мы сделаем лук. Потом стрелы. Если вы меня не... Я уверен, вы, наверное, меня, наверное, плохо слышите. Извините. Если плохо слышите, включите звук погромче. В следующий раз такого не будет. Так, танц, 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 так. Надо как-нибудь потом сделать такую лестницу. Ой, блин, лестницу. Блин, лагает. Плохо. Это плохо, то, что лагает. Так. Ой. Так и так. Ну, вот такая у нас, вот видите, я делаю территорию нам. Ну, ладно, вот я вот сделал вот этот квадратик, вернусь. Вот и все, ой, блин, вот и все я сделала там, как вы видите. Участок готов, только вот тут давайте чуть-чуть подправим. У меня не хватило земли, я еще чуть-чуть нарыл. Так. Хотя, нет, еще не до конца. Так что еще раз. Вот теперь все. Так. Е-ху, готово. Мы все сделали наконец-то. И можно приступать к работе. Постройки дома. Сделаем такие набросочки. Да, блин. Набросочки домика. Ну, к примеру. Ой, блин. Да блин, ну как же мне не нравится это обновление. Так. Раз, два, три, четыре. Ау. Раз, два, три, четыре. Если вас смущает то, что у меня жизни не отнимается, я играю на мирно. Но я это и потом исправлю. Пока что для дома, пока я еще делаю. Потому что вы, наверное, вы уже удивились, как у тебя может еда не тратиться, все восполняться. Чего вам еще? Ну, и кстати, я, может быть, буду делать
обзор модов. Да, может быть, буду и делать. Ну, может быть. Так, и у меня вновь не хватило дерева. Так что я нарублю чуть-чуть дерева. Чуть-чуть, правда. И продолжу. Так, я нарубил дерево, 7 штук. Я еще раз остановлюсь для проверки. Так, все, мы продолжаем. Раз, два, три. Так, мне хватает. Как раз, смотрите, как я сделал. Раз, два, три, четыре. Все. Мы сделали такой каркасик. Ну, мини-каркасик. Так, так, возьмем сейчас доски. Сделаем вот такие эти выемки. Потом с интерьером будем работать как-нибудь. Так, ну меня подтолкнули снимать летсплей, скажу, людей. The Jack, так, он один из них. Помидорка, Юзя, Гагатун. Ну, вот эти вот люди меня вдохновляли. Они мне давали вдохновение. Ну, я делал ролики. Начал делать. Ой, блин. Так. Ну, вот так вот развивалось. Так, давайте посмотрим, сколько мы уже снимаем. 10 минут. У нас еще есть 10 в запасе. Так, ну мы снимаем еще очень мало. Ну, не мало так, нормально. Ну, будет круто, когда я его закончу и отправлю в YouTube. Давно хотел уже отправить нормальный летсплей. Ну, длительный, а не такие коротенькие. Нормальный. Так. Так, ну вот так вот сделали. Так, я где вот это? Надо вот эту вырубку отрубить. Надеюсь, мне идет съемка. А то я не знаю, как-то. Мне страшно, то, что она не идет. А я снимал на паузах. А продолжал. Ну, короче, вы поняли. Ладно. Ну, надеюсь, то, что понял. Ладно. Давайте продолжим делать крышу. Буду надеяться, то, что в этой серии мы успеем сделать домик. Так, о, ну, короче, нам не хватит дерева, так что я буду, конечно же, пока что нам хватает его, так что... Так что нет. Жаль, что тут так вот. Или можно, я не знаю. Короче, ничего. Так. Так, мы видим то, что у меня уже не хватает. Опа. Так, и вот моя сестренка вновь приходит и сейчас будет мешать. Пауза! Ну, я за деревом, пауза. Так, мы продолжаем. Я вижу яйца. Яйца? Да, я вижу яйца. Солнышко вставает? Нет, вставает. Так, это моя сестренка у меня там болтает, так что я такая... Темно? Да, темно. Почему? Она маленькая, так что... Ну все, молчи. Чё? Ничего. Ничего. Так, ничего. Если что, это я не вам говорю. Чё? Мне не папе не говоришь. Так, мы почти сделали крышу. Вот, сделали. Все. Так, готово. Теперь главное, чтобы мне хватило на этот. Так, походу, потом придется еще. Так, сколько мы снимаем, как раз посмотрим. 15 минут, у нас еще есть время.
Да, еще есть. Так, я думаю, у меня будет вид вот на такой. Да, такой вид. Так что я вот тут вот. Так, подумать надо. Вот тут вот у меня будет где-то. Раз, два, три, печка. Тут верстак. Ну да, вот такой. Вот так нормально, красивенько. Ну, не красивенько, а так, ладно. Сделаем себе топорик. И лопатку запасную на всякий случай, это уже кончается. Так. Ну, так, ну крыша готова, круто, все круто у нас получается, если честно. Так, дверки. Ну, давайте уже дверь поставим. Уже будем работать с дверью. Раз, два, три, четыре, пять. Так вот. Делаем дверки. Двери. Ну, давайте сразу же сундучок сделаем маленький. Так вот. Раз, два, три. Вот тут вот сундук. И так. Ну ладно. Еще вот этот скинем. И верстак. Ладно, так. Пойдемте. Поставим дверь. Так вот, как-нибудь потом прикрасим, ну, всякое такое. Так, у нас есть доски? Да, есть. Так, давайте вот тут вот так вот проложим. Так, ладно, ну чё? Я не знаю, можно заканчивать? Ну, я не знаю как-то. Ой, хороший конец был бы, если я умер. Но я не умер. Ну, не хотелось бы ее умереть. Ну, напоследок что? Нет, я хотела сказать, ну, добудем железо, там всякое такое. А нет, напоследок. Ну, что-нибудь напоследок-то сделаем. О, блин! Чего, господи? Я напугался, я думала, я чего уже застрял. Напоследок. Может, какие-нибудь декорации тут сделаем, ладно. Вот такие декорации пока что. А, точно, напоследок стекло. Ой, песок забудем. Вот что. Сделаем. Ау. А нет, ау не было последнего. Напоследок сделаем стекло. Ой, блин, у меня лагает. Это очень плохо. Я тебя достигну. Так, все. Так. Я знаю, я не помню. Скажу в следующей серии. Я сниму сегодня же следующую серию. Но не знаю, выложу ее или нет. Так, моя сестренка говорит. Может, потише? Так, сделаем уже нормальную лопатку. Нет, нельзя, потом сейчас. Ну, я посыпаю и почистим. Так, ну давайте вот тут я вот так вот хотел сделать. Не знаю, как это смотрится. Ну, пока что ладно, так будет. Только вот уже сделаем красиво. Пока что сойдет. Так, печки. У нас мало камня. Так, ну понятно. Давайте все вещи сложим сюда. Ставим меч. Ну, ничего хотел сделать. F5. Нет, F5 еще раз. Так. Блин, а почему все время мне надо зачем-то возвращаться? Так, возьми. Так, извините, что я с сестрой своей. Ну, приходится. Краски забиваю. О, краски забиваю. Краски забиваю. Вот так вот. Ладно. Вот так. Краски забиваю.
Так, да. Всем спасибо за просмотр. Я очень-очень-очень рад, кто меня смотрит. Кто смотрит, подписывайтесь на новое видео. Ставьте палец вверх, как я. Палец вверх. Ну, я только меч вверх. И всем до новых встреч. Тон-тон-тон, тон-тон-тон-тон, тон-тон-тон-тон.